Ну, тачка прикольная, ребят. В правом ряду. Что за аппарат? Ауди. Вот это прикольная Ауди. Мне нравится. Вот такая Ауди мне нравится, ребят. Такая ярко-беленькая еще. Чуть-чуть, прям чётенькая. Спокойненько, ребят. Нужно просто, ребят, всегда двигаться спокойно. Я вот вас пытаюсь этому, ребята, научить. Хотя бы просто передать через камеру. Хотя бы просто в теории, ребят. Просто я сам раньше гонял, да? Ну, хотя бы в теории. То, что в городе город, он не для гонок, реально, ребят. Не для гонок. Если у вас на машине какие-то шансы есть, то на мотике у вас шансов вообще практически нету в городе. Ребят, ой, вот понимаете это? На мотике шансов вообще практически вот шансов нету. На мотике. Ну прям реально, они очень маленькие. Ну и что, все, что, ребятки? 52 секунды ждем. Куда деваться? Смысла нет. Я бы сейчас мог проехать. Я раньше всегда на красный проезжал, если что. Ой, блин, я это вслух, да, сказал. Ну, это я пошутил, ребят. Это шутка. Не, действительно шутка. Вот. Так что, ребят, смысла нету. Если хотите отжигать, отжигайте. Ребят, знаете, отжигайте на трассе. На треке, если он у вас имеется. И все будет чики-бомбони. Вот реально, ребят. Реально. 85 градусов и больше не растет температура. Просто по кайфу. По кайфу просто, ребят. Ну и все, погнали. Ну это только, ребят, на просматриваемом перекрестке. А если у вас перекресток не просматривается, то, ребята, на желтый никогда не едьте. Потому что бывают такие летчики, долетчики, намигающие желтенькие, они просто вообще вжаривают конкретно. Просто сам по себе знаю, ребят. Да ладно, вообще что ли спокойненько, вообще чётенько. Вообще движухи нет в центре. Вообще по красоте. Вообще, блин, по красоте. Так, вот, ребят, вот это вот то самое место, где я, короче, ка себе, где я улетел. Вот здесь мы встали вот здесь с парнишкой, ребят. Вот я вам рассказываю, встали мы вот здесь вот с парнишкой. Я обычно езжу справа, блин, но он стал в правом ряду. И вот там поворот, я вот, честно, вот что-то вдаль не посмотрел. Я, как будто у меня ощущение, как будто я проехал его. У меня день был такой еще, блин, вообще тупой день вообще такой, с самого утра. Я рассказывал, изучал прогу в компьютере, да, по монтажу. И у меня ни хера не получалось. Кто изучал прогу по монтажу, ребят, тот меня поймет. И вот здесь вот мы дали газу, прям дали джазу. И вот здесь вот я уже набрал до 140. И вот как мне рассказали, за 7 метров вот здесь вот я начал оттормаживаться. И можно посмотреть, я вот здесь вот передний палец кинул на тормоз, но они у меня соскользнули. И я вот вхерачился вот в этот бордюр и улетел. И ударился вот об эту вот хрень еще. Просто жесть, ребят. Ой, у меня аж спина заболела с плечом. Вот теперь я ездил, теперь вот после этого, мне этого, ребят, хватило.
Вот, я повалялся, как бы. Мне это хватило, ребят. Так что давайте так. Мы такие люди, байкеры, да, мы только поймем, когда вот почувствуем на себе. По-другому мы не поймем это. Так ведь, ребят, так ведь, совершенно верно. Я вот это на себе почувствовал, ребят, и все, и понял. То, что все, дружище, хорош, в городе вот 60, прям вообще прям хватает. Вообще, куда дальше, куда больше лететь? Вот здесь у нас, вот на этом повороте, где я, кстати, улетел, еще там пацаны до меня тоже поразбивались вообще. Каждый год, по-моему, в том повороте то ли тачка улетает, то ли мотоциклист. Все время так. Вообще. Опа, кипаса. Опа, опа. Поворотнички тоже, ребят, включайте обязательно. Потому что без поворотничков, ребята, ну просто обозначайте свою траекторию. Вот, обозначайте свою траекторию поворотничком. И тогда будет все чики-бомбони. Велосипедистов много сбивает, ребят. Просто трэш. Просто трэш. Вот эти рельсы, так я терпеть не могу эти рельсы. Уже темнеет, уже по кайфу. Нифига себе, сколько здесь автомобилей. Нифига себе, сегодня прям движуха такая идет.